привет! Вы смотрите программу «Спорт 3.0». Меня зовут Маша. Вместе со мной вы узнаете о последних новостях из мира киберспорта. Смотри и слушай. Американская компания компьютерного аппаратного обеспечения Alienware и шведская компания Tobii, которая специализируется на продуктах контроля движения глаз, представила на E-League CSGO Premier 2017 свою совместно разработанную технологию. Разработчики уже выложили в сеть ролик, где продемонстрирована работа гаджета. Устройство оборудовано специальными датчиками, задача которых отслеживать траектории движения зрачка игрока. Записанная информация будет транслироваться на экраны, расположенные у комментаторов, аналитиков и зрителей турнира. Будет ли применяться данная технология в других дисциплинах, пока неизвестно. Но задумкой уже заинтересовались ведущие киберспортивные организации. По информации портала eSports Heaven, Питер «PPD» Даггер решил вернуться на путь киберспортивной карьеры. И что в скором времени чемпион 2015 года сделает важное сообщение. Напомню, PPD на данный момент является SEO-организацией «Evil Geniuses». Питер пришел в 2014 году. После громкого успеха на чемпионате мира в 2015 он решил оставить киберспортивные сражения и заняться развитием клуба «Злых гениев». Возможно, Питер решил вернуться после того, как на The International 2017 был побит мировой рекорд по призовому фонду, а также из-за большого количества предстоящих крупных турниров. Вместе с тем, пока неизвестно, в какую команду PPD сможет попасть и в какой форме находится игрок после большого перерыва. Завершились отборочные состязания к масштабному турниру ESL One New York 2017 для североамериканского региона среди команд, выступающих в дисциплине Counter-Strike Global Offensive. Состав киберспортивной организации Cloud9 завоевал последний слот на LAN-финал чемпионата в Нью-Йорке. В финальном поединке Cloud9 обошли канадского соперника в лице Rise Nation со счетом 2-1. В крупном турнире ESL One New York 2017 6 обладателей инвайтов и 2 чемпиона в европейской и североамериканской квалификациях разыграют призовой фонд в размере $250 000 США. Мероприятие примет спортивная арена Barclays Center в Нью-Йорке 14-17 сентября. А что если бы CSGO стало аниме? Jameski смонтировал видео, в котором дал зрителям возможность посмотреть на CSGO в виде аниме. Получилось ярко и вполне забавно. Смотрели программу «Спорт 3.0». Следите за нашими следующими выпусками. Подписывайтесь на канал «Динамо Брест» и скачивайте приложение FCDB TV в App Store и Play Market. Пока-пока!